Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вместе с вами печь новогодний рулет. В миску кладем яйца, ванильный сахар, сахар. Взбиваем миксером до увеличения в объеме. Постепенно добавляем муку. И аккуратно перемешиваем. Снизу вверх. Тесто готово. Делим пополам. Окрашиваем тесто зеленым и красным цветом. Наше тесто готово. Выкладываем на противень полосками. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов 7-8 минут. Бисквит готов. Достаем.
Убираем пергаментную бумагу и заворачиваем в рулет. Даем 15 минут остыть. Смазываем наш рулет клубничным джемом. Заворачиваем. Оставляем так 15 минут, а потом подаем к столу. Сверху засыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Вот такой рулет у нас получился. Желаю всем приятного чаепития и до новых встреч!